Дождливая погода только прибавляет антураж для настоящих боевых действий. На тропу испытаний и все же дружбы выходят ученики школ Щелковского района. На стадионе «Авиатор» состоялась традиционная масштабная районная спортивно-тактическая игра «Зорница». В этом году она посвящена 55-й годовщине первого полета человека в космос. То, что сегодня будет происходить, это будет... Вы покажете свои знания, умения и навыки, которые приобрели за время подготовки к этой игре. Я вас уверяю, что они вам пригодятся в жизни и не раз. Огромная роль в Щелковском районе отводится военно-патриотическому воспитанию детей. Проводятся уже проверенные временем игры. На торжественной части присутствуют ветераны войн и боевых действий, чтобы оставить свой отпечаток. Здесь ребята не только играют в войну, но развивают дисциплину и познают чувство локтя. Это отметила и почетная гость мероприятия, известная спортсменка Ирина Слуцкая. И во время игр, и во время занятий спортом, во время общения между собой дети учатся любить. Они учатся любить нашу природу, они учатся любить друг друга. В каждом шаге и в каждом жесте заложена любовь. Главное правильно ее донести. Соперники выходят на битву, но сложности кажутся им чужды. Их движения отточены и отработаны, команды сложены, в строевых песнях и нужных знаниях подкованы. Они проходят 14 разных контрольных пунктов, включающих и строевую подготовку, и сборку-разборку автоматов. Все дружат со спортом, умеют застегивать карабин, с оружием обращаются играючи. Ведь автоматы тоже из игр страйкбольного и пинбольного клубов. «Зорница» испытывает школьников на силу духа и волю к победе. Вместе с препятствиями они преодолевают еще и себя. Под маской солдата скрываются еще не служившие бойцы и даже хрупкие девушки. На поле им не мешают юбки, зато чувствуют себя, как те женщины, что были на войне. Они здесь не слабый пол, с некоторыми заданиями справляются не хуже, а иногда и увереннее. Но курс молодого бойца здесь одинаков для всех. Это очень интересно, мы попробовали новый опыт. У нас такая интересная тоже команда сборная нашего класса. Мероприятие, по-моему, удалось на славу, потому что и задания интересные, и сейчас вот с ребятами из других тоже школ и команд общаемся. И новый опыт никогда не бывает лишним. Попробую на себе испытать, что сегодня проходят ребята. Так, нацелься. Хоп, попала. Хоп, попала. Третий раз попала. Эта игра предусматривает победителей и побежденных, но здесь это не важно. Участие – главное, умение – главное. Быть готовым к любым жизненным ситуациям, чтить память тех, кому пришлось вступить с оружием в настоящий бой. И, конечно же, дружба. Марина Позднякова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». Давай, давай.